Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 сегіз қылы бір сырлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені бүкіл кіші алшақын туыс бауыр ағайын шын көңілімен мен. Здравствуйте, дамы и господа, с вами Джинс. Так уж получилось, что Skyrim мы очень быстро прошли, буквально вот за полтора часа стрима я смог пройти до конца No Death. Ну, как сказать, ну, давайте, если говорить честно, да, я просто не знал, что у ебучих редгардов резист к ядам. Я размансил и затащил бы 100 миллионов процентов. Как бы у... Хаюшки, что? Да все, хватит. Перестаньте, пожалуйста, пощадите. Что, Анатолий, не послушал советника Грима, а я тебя предупредил в начале стрима, что возможно кончина. Возомнил себя пиздатым Малдизером. И все. Рекла такого не прощает. Да никем я себя не возомнил. Ну почему вы такое пишете? В смысле? Ну я был очень аккуратен. Ну зачем? Ну опять же, я, кстати, не знаю, сильны ли вообще эти бюреры или нет. И готов ли я с ними сражаться. Ну, давайте попробуем. Окей, жирные, короткие, окей. 5000 рублей будет стоить. Да давай. Попробуем этого бюрера. Что он из себя представляет. Он убивающий на расстоянии. Жесть. Ужасный подземный карлик, ребят, как вам такое? Все, домашний, ребят, ужасный подземный карлик. Посмотрите, насколько он мерзопакостный просто. А что у него с лицом, я вообще не понимаю. А кто самые крутые, ребята? Вообще, кто за какие ценности, скажем так? Надо будет как-то это самое, почитать историю группировок, чтобы понять, кто я вообще. Кто мне больше всего импонирует, да, то есть... Может, там это, знаете, левые, там, либералы, там, все политика, понимаешь? Все что угодно может быть, грубо говоря. Нужно понять, кто мне ближе по душе. О! Ты дурак совсем, что ли? Ебать, вы видите, это псина просто. Зачем такое у себя дома хранить просто? Я не понимаю, вот эта вот фишка. Ты ему про аномалию. А он тебе про хабар. Вот ну, так зачем? Вот. Ты ему про Full Master, он тебе про Movie Star. Да. Да, да, да. Ну смотрите, ребят, если свобода за свободу, значит мы за свободу, правильно? Потому что мне нравится свобода, но... Ебать, как же он аутентично выглядит, да? Посмотри на него. Это просто внешний вид идеального сталкера. Видите, он в плаще, он в противогазе, и у него в руке кусок колбасы. Это прекрасно. Аук по головкам. Одиночными, и все, ребят, все. Аук по головкам, пу-пу-пу, чисто по головочкам, и все, ребят. По головке летним днем, как бы там, все дела разваливаем, чувствуем себя максимально комфортно, то есть, ну, как бы без негатива. По головушке, бау-бау, и все. Так, вот, на меня, допустим, идет сейчас какой-то жесткий мутант. Я его принимаю с дробашом. Пуф-пуф. И здесь вдалеке я чувствую жесткого бандита. Оп, я выхожу и аккуратненько по головам ему нашлепываю. Шлеп-шлеп-шлеп. Нтов у нас. Бро, я только что ее купил у вас. Смотрите, план какой. Одна пуля, одна смерть. И все. Вот, вот. Ох, анимация, конечно, залазание на лестницу выше всяких похвал. Да что за бред? Я его не вижу. Где? Как мне убить то, что я не вижу? Я не понимаю. Как я должен убить то, что я не вижу? Что за бред? Ну и где он? Покажись, тварь. Покажись, сука. Ну как? Ну я не вижу его. Ну типа я могу его убить, если бы я его видел, но я его не вижу. Да я не думал, что такая ренджа у этой залупы. Она вроде казалась мне более маленькой какой-то. О, бро, ну это победа. Что это я нашел вообще? Трусы какие-то. Нижнее белье. Ебать. А, ну и каким образом, значит, я должен ее пробежать?
Гений! Гений! Первый раз! Просто бам! Мегамозг! Вау! Вау! Значит, волынку на колени поклал. И усраться, блин, тяну руку в трамплин. Тяну руку в трамплин. Что за зверь? Я не знаю, что за зверь. Но сейчас проверим. Понял. Серьезный парень. По работе, например, свободовцем. Блять! Ты чё? Нельзя же так пугать. Ты чё, дурачок совсем, что ли? Ну, что это? Как будто тебя на ноудезе медведь какой-то напал, понимаете? Это страшно. Составные компании... Толя Сопля, ребята, дамы и господа. Толя Сопля. Вот это имя. Ну не мешай, блядь, дай поговорить с барменом. Ну что ты стал-то посредине дороги? Я сегодня такой злой был, короче. Стою сегодня в магазине, просто иду за продуктами. И там куча просто чуваков каких-то там. Матери с детьми, с колясками. Какие-то миллионы бабок. И все, короче, толпятся. Я такой, я так выбесился сам на себя, что, блин, больше никогда в жизни в магазин не буду ходить. Буду, короче, только с доставками питаться, блядь. Миллионы людей. Максимально невозможно вообще как-то протиснуться. Я пытаюсь взвесить себе, блядь, помело, или как она там называется, я забыл. Такой там движ. Миллиард человек ежесекундно просто. Вы видели, блядь? Вау! Валера Конч. Как? Команч. Так, не, ну забираем трусы Валеры, естественно. Спокойно. Как же я могу помочь, сталкер? Да хочу поговорить с тобой, но, блядь, какой-то чел раком стал передо мной и мешает. Да вы рофлите, что ли? Ну отойди отсюда, пожалуйста. Блядь, какая душка, нахуй. Отойди! Все, спасибо, извините. Стал жирным, бля, пиздец, реально. Надо, я заболел просто, я бегал 3 дня, было так круто. Вот с завтрашнего дня нужно пойти куртку купить, перчатки, шапку и вернусь к пробежкам. Вообще, иди нахуй, блядь. Здорово. Не тебе меня судить, сука. Жирный, бля. Приехала бабка в Америку, по-английски ни слова, и вот ей захотелось манной каши. Заходит в магазин, там продает черный. Она подходит и говорит, дай манки. Блядь, осуждаю на всякий случай. Здесь по-любому нет никаких врагов. Да какие враги, сука! У меня жопа горит с этого быстрого перемещения. Но я сижу в бункере у Сидоровича. Ну какие... Какие, сука, враги рядом? Я не понимаю, что за бред? Ну, привет. Привет. А-а-а! Чё это было, блядь? Пульс 800, нахуй, ты чё? Ты дурак совсем, что ли? Вау! Я так испугался только что. Ребята, это просто ёбнуться можно. Я обосрался только что максимально сильно. Ствол у тебя красивый, да только убрал бы ты его. Ствол у тебя красивый. Цербер, расскажи о себе. Бля. Ух, тут простыня просто. Поехали. Этих не видели 6 лет. Mountain Blade стримили, братан. Так, фух, черт возьми, чуть не прилетело. Ведь это просто очередной день. Вот это у него мут просто. Мут, дефолтный чувак в сталкере. Сервер сообщил, что группа стрелка обмолвился булкере под выжигателем... А булкере, блядь, а Гриша. Блядь, зачем мне трусы, я не понимаю. Зачем вообще их с собой взял? А? Буквально постримил сталкер пару дней, и сталкер Артур появился на моем канале. Да, сейчас бы от бандосов сдохнуть. Если ты играть не умеешь, не качай реквием. Только из-за чата смог дотянуть ничтожество. Следующий комментарий. Боже, какой же ты рак. От бандосов... То есть комментарий ничем не отличается, только слова другие. Итак, давайте посмотрим, что из себя представляет сталкер Артур. Так. Подписан на канал Фладара Лео. Ясно. Ну что, сталкер Артур? Зима тебе пухом, как бы. Или земля, как там правильно. Эх. Сталкер Артур. Ждем заявку на разбан по почте. А у меня много очень. Сейчас вам покажу самые основные, ребят. Там тоже можно кеков нормально половить на почте. Ключ за разбан.
Тут просто очень странные вещи есть. Например, например, ключ за разбан. То есть чувак предлагает какой-то ключ за разбан. Отсос за разбан. Вы действительно готовы забрать у человека последние деньги за какой-то разбан? Богдан еще написал. Верни в семью. Не вывожу. О! Ты долбоебище? Желтое, блядь. Вау! Чё за жесть? Ебать, чё там за рофлер, сука? Ты дурачок совсем, что ли, блядь? Ебать, прибежала какая-то псина. Вау. Пиздец тут... А почему они... Вот эти монолитовцы ебаные? Или кто там? Охуеть просто. Почему они не стреляют в химеру? Или кто это там? Как она называется там? Ай, блядь! Червь? Зачем эти оски? Да что там, их миллиард нахуй? Ну как это? Да я даже не вижу, откуда они стреляют. Ну что за мусор? А, да ладно. Такие они гнидовцы. Ну мы точно против монолита. Просто стоп. Уёбище, жесть. Я просто даже не вижу, где он. Дай залутать жмыхов этих, и я уйду отсюда. Здорово. Блин, это чувак похожий на осу какую-то, или я даже не знаю, что это. Вот ему разве удобно вот так вот, типа, здесь сидеть в этом костюме? Вот ты и дошел почти до финала. Тебе предстоит бой со сталкером-мастером. Ясно. Охуенно просто. А зачем? А где справедливость? Так, я увидел его. Баланс. Баланс, бро. Баланс! Не, прикольно придумали, кстати. Так, ну было легко. 10 тысяч сюда. Так, ну давай финал, давай финал. Я тебя поздравляю, ты дошел до финала. Осталась последняя схватка. Смертельный бой. В этом бою каждый сам за себя. Помимо тебя в схватке принимают участие еще 4 сталкера. Все мастера, все в экзоскелетах. Теперь все будет честно. У тебя будет точно такое же снаряжение. Никаких аптечек и бинтов. Готов? Докажи, что ты лучший. Пошел. Хорошо. Бля, че он стоит? Да. Залип пацанчик, видимо. Подожди, а че за обман? Мне кажется, нихуя не каждый сам за себя. Мастер арены! Слава мастеру арены! Да-да я. Так, ну еще 10 тысяч. Все, ребят, стал мастером арены, проверяйте. Ну, здесь ну, зарешал скилл. Здесь зарешал скилл, опыт как бы, так что... Так что все четенько. Все, спасибо всем огромное за просмотр. Пока и удачи вам. Всего хорошего. Духи с тобою связаться хотят! Мир не таков, каким кажется он! Чудесами каждый окружен! Сделать свой выбор должен ты сам! Ah!